Сегодня на территории области действует порядка 605 органов территориального самоуправления. Из них на сам город Брянск приходится около 150. Мы собрали председателей ТОС. Это один из этапов. У нас будет несколько семинаров по области, где мы проведем для них именно юридический ликсбез. Мы представим им все правовые аспекты создания территориального общественного самоуправления, научим их пользоваться этими инструментами, научим их писать проекты для того, чтобы граждане участвовали в нашей программе «Комфортная городская среда». В любом деле важна подготовка. Так и здесь. Перед тем, как встретиться и начать обучение, председатели территориальных самоуправлений подготовились дистанционно. Мы завели на каждого председателя ТОС, который готов в нас участвовать, который работает, который активен, который нашел время и так далее. Мы завели на него личный кабинет. В этом личном кабинете выложена была вся нормативная база, а также некоторые им методические материалы, которые мы подготовили для того, чтобы они самостоятельно это изучили. На первый семинар приехали представители городских объединений и 10 ближайших районов. В программе обсуждение актуальных проблем работы ТОСов, разработка и ведение проектов по благоустройству и правовое регулирование. Это очень важно, конечно же, потому что руководители ТОСов, они юридически мало подкованы в этом деле и не хватает знаний. Не хватает знаний даже общения с администрацией, не хватает знания, чтобы реализовывать какие-то направления свои. Уличный комитет – это уличный комитет, а здесь должна быть юридическая сторона и все. А как юридическую сторону, мы еще не готовы к этому. И я думаю, мы многое получим. Следующий семинар пройдет в Севске 7 июня. Третий, заключительный, 14 июня в Клинцах. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, события Брянск.